Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. В этом ролике я предлагаю поговорить об экземе и о том, как ее лечить с помощью народной медицины. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Экзема – это острое или хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся различными высыпаниями, чувством жжения, зудом. Название болезнь получила из-за воспалений в виде пузырьков, похожих на пузырьки кипящей воды. Экзематозные пузырьки. К причинам возникновения экземы относят расстройство нервной и эндокринной системы, наличие хронической инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта и другие состояния, при которых организм чувствителен к аллергенам. Так как возникновению экземы способствует множество факторов, выделяют ее несколько видов в зависимости от причины, расположению пораженных участков и характеру проявлений заболевания. Истинная, микробная, микротическая либо грибковая, себорейная, дисгидратическая, профессиональная. Чтобы приготовить целебное снадобье, вам нужно взять следующие ингредиенты. Корень цикория 10 грамм. Корень одуванчика обыкновенного 10 грамм. Плоды фенхеля обыкновенного 10 грамм. Кора крушины ольховидной 10 грамм. 1 столовую ложку смеси заварить 1 стаканом кипятка. Настоять 30 минут. Остудить, процедить. Пить по 2-3 стакана отвара в день. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!